Но они от себя тянут. Последний вайп. Так думаю, только у Олега вот одного такие права есть. Ладно, в голубике есть права, ну, чтобы переходить по каналу в РК? У меня есть участник, этого хватит. Вот, в райде есть, короче, такая херота, таблица начисления ЕПГП и право по получения ЕПГП. Я когда, ну, типа, на любой сервер, где я играл, БК, Кронос, Хуёнос, и тоже было там, неважно какая фигня, и тоже там были правила. Я заходил и читал, я не понимаю, в чем типа, фигня, зайди в РК, посмотреть, открыть свои глаза, не лупиться куда-то в экран, а просто открыть глаза, посмотреть на вкладочку. О, правила, зайду-ка я почитаю. Потом что-то говорит, что я не знаю правил. Незнание правил, ну... Да, ответственность. Это какая-то хуета, короче. Есть участник, можешь бродить по каналам. Я не понимаю, почему не зайти и почитать. Там же все написано. Давай один трай дадим для Куку Вася. Он сказал мне сегодня, что выучил тактику на лича. Его специально взял. Дали бы ему бы шанс, пусть бы убил бы. Да. Как попросят, не получится. Дес, профессор. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и... Ты пройдешь через эти... Вот сейчас вы, как говорили, про мага с Фукса. 5,8, он четвертый по красному слизню. Или нет? Будет так. Герои! Ничего, заглядь. Я оставлю тебя в живых. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение
Замедлили мелкие. Да, но это ГП, все нормально. Ну, я не успел выдать. Кто-то Шаркар в это время находился под берсой исступления, или только под берсой? Ударил 77 тысяч, потому что в таком случае ГП танку не должно лететь, а должно лететь фанту, который должен стрелять усмиряющим выстрелом. Не так ли? Нет, это по-любому, ну, иступление Игорьса. Там оба были. Ну так вот, почему типа фанту ничего не дают, если это его работа? Корея у нас починили или нет? Корея починили или нет? Нет. Да, нас починят, репорта же нет. Есть репорт, ну чё? А, Кирилл уже писал, да? Ну, так как он там написал, я не знаю. Да, тебе, наверное, надо протопалу отнять, если там 77 тысяч прилетело. Да там... Там спокойно останется, там просто нужно мониторить этот момент. Там, ну, не обязательно вообще... Да, не обязательно станет там каждое вот исступление его. Там просто вот две берсы нужно следить. Она длится всего 3 секунды. Он пропнул, и он сразу ударил второй раз, потому что у него там быстрая атака. Ну да. Интеллект бахнуть. Неужели прибыли наконец? Да не силы света мне
принять ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Форд. Кстати, короче, вот так вот бегай по этих хернях. Быстрее, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Частоты им поставлю. Споете гимн? Thank you.
Дезепанк сейчас улетит. Встаньте в мир, сейчас с разной стороны. Я проморожу вас насквозь. Сакр. Но я потом его подниму, он где-то уже прибыл. Thank you.
Я завис, и слышно? Забери посох, иначе мобл закончится. Сука. Бафы ДК. Есть БР поднять? Ну. О, войди на другую духи сторону. Сверху. Ты сам себе это говоришь? Типа бафы в каску, пристабав в лапы интеллект. Каску утро. Я дал. Ну я умер в комнате, но я духом, скорее всего, меня не резнут. Вы пришли, чтобы вершить суд над Ардесом, чтобы уничтожить короля Лича? Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби, иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Гера, нет. Дайте Геру для меня. Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали под вашим натиском, сгорели в пламени вашей ярости. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Вот ты еще на четвертом месте. Их обучил Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. Я видел, что... Отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот... Невольный подарок. Да просто... Да я вышел с портала. Короче, все, я не хочу говорить, я уже реально все. Я с люльки. Просто же. Я еще пьяный. И превращать воинов в плети. Они я ж пью весь рейд. Этот мир в пучину хаоса. Азерот пойдет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Чтобы коня сролить. Лавкой вон Ролан заберет. Невозможно. Хватит!
Прекрати, Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Да-да-да, лучше много. А я писал. Дес на сову, дерево на сову. Спокойной ночи. Давай, пока. Ид. Нет, я в рейде, мне на утробу.